начну с напоминания. Где-то вот, где-то тут, в прошлый раз, насколько я помню, остановились. Наверху написана Хорновская логическая программа. Чуть ниже написаны ее SLD-результативные вычисления. И еще чуть ниже написан вывод, который делается на основании этого SLD-результативного вычисления о том, что вместо x подставить o — это правильный ответ. Вот. И такое коротенькое напоминание, потому что программы хорновские логические вы только на прошлой неделе их встретили, наверняка что-то за неделю уже забылось. Раз я никуда не тороплюсь, а я, в принципе, не то чтобы тороплюсь, куда бы то ни было, то есть время напомнить. Вот что такое программа? Это совокупность программных утверждений, делящихся на факты и правила. Факты, как R1, это утверждение о том, что что-то достоверно известно, что является истиной. Вот. Например, в первой строчке говорится, что какие бы предметы на места x и l мы не поставили, вот то, что написано, это истина. То есть вот такие два предмета входят в отношение lm. Еще одно напоминание, что точка, это называется конструктор списка, это основной символ функциональный, с помощью которого можно строить или задавать, описывать последовательности элементов. И в первой строчке просто говорится, что, что слева от точки записывается голова списка, это первый элемент, а справа от точки хвост списка. Это все остальное, то есть список, получающийся вычеркиванием, удалением головы. Вот. И в первой строчке, по сути, просто написано, что если так получилось, что нам задали вопрос, а правда ли, что какой-то там элемент, скажем, А, является, какой-то там предмет, скажем, А является элементом списка А, точка что-то, то тогда мы тут же, согласно первому правилу факту, можем остановиться и сказать, что да, это так. То есть это является логическим следствием из того, что написано в первой строчке. И еще одно напоминание — это то, что переменные, обозначающие здесь большими буквами, это они предполагаются замкнутыми квантовыми всеобщности. То есть для любых термов, которые могут быть только поставлены на место x и l, считается, что вот если правый и левый термы связаны вот так, что первый аргумент — это есть то, что записано слева от точки во втором аргументе, то тогда по этому факту можно остановиться и признать, что это действительно верно, что пора, что больше ничего проверять не нужно. Или более общо, вот как здесь на последнем шаге вычисления спрашивается lmx.op.p.nil. Напоминаю, что nil — это пустой список, и он, как правило, записывается в конце конкретных списков, любых, везде. Вот. И этот вопрос трактуется так. Вычисли мне, пожалуйста, что-нибудь, что является элементом O.P, списка O.P.nil, то есть списка из двух элементов O и P, и запиши это в переменную x. Это вот последний шаг. Отсюда как раз берется вот этот ответ. То есть x — это O. По первому правилу этот ответ основывается на первом правиле, согласно которому то, что записано в голове списка, — это элемент. Если более строго, то здесь решается задача унификации и вычисляется наиболее общий унификатор для выбранной по цели запроса и головы правила. Правила выбираются штрихованные, то есть все переменные со штрихами. И вот он, наиболее общий унификатор здесь приведен. И в целом, по итогам вычисления, строится композиция всех унификаторов, и она проектируется на переменные, которые были в самом первом запросе, для которого строилось, собственно, это вычисление. То есть здесь самый первый запрос — это lmx.k.l.o.p.nil. Вот, и этот запрос, он такой: скажи мне, какие есть элементы вот у этого списка из четырех элементов k, l, o, p. Вот. И правильными ответами, как можно догадаться, по верхней программе, если вы помните, что она означает или способны ее прочитать сами сейчас. Вот. Правильные ответы — это xk, xl, xo и xp. И здесь только один из этих ответов приведен как результат одного SLD-результативного вычисления. Вот. Это такое вот коротенькое напоминание. Если нужно еще что-то из этого напомнить, то могу. Еще одно, так как там примеры дальше продолжаются на двух следующих слайдах.
первые два правила совокупности обозначают то, что отношение LM — это отношение принадлежности элемента списку. То есть первое правило говорит, то, что в голове списка — это элемент. Второе правило говорит, то, что является элементом хвоста списка — это элемент списка. Вот. То есть оно вот так вот читается справа налево. Если верно то, что справа, то тогда верно то, что слева. То есть если X — это элемент списка L, то X — это элемент такого списка, который построен из L добавлением какой бы то ни было произвольной головы новой. Вот. И последнее, третье правило, оно довольно естественно читается. Common X L1 L2 верно, если X — это элемент L1 и при этом X — это элемент L2. То есть common X L1 L2 — это отношение, которое связывает элементы два списка, и это отношение такое, что элемент принадлежит пересечению этих списков. Ну, вернее так, принадлежит обоим спискам сразу. Общий элемент этих списков. Вот. Так. Наверное, вспомнили. Тогда чуть больше еще примеров. Теперь это было только на один предикат, теперь на другой, для которого понадобится применить еще третье правило. Вот такой запрос трактуется так, что в X покажи мне, какие есть общие элементы у этих двух списков. Вот. Дальше возможны варианты, как именно это будет вычисляться, то есть в каком порядке, какие правила будут применяться, но все эти варианты, они начинаются с того, что единственное, что можно применить, это третье правило для единственной подцели. Наиболее общий унификатор, так если покрутить в голове, вроде тоже должно быть несложно, берем третье правило, навешиваем штрихи на все переменные, чтобы они стали другими, и понимаем, что вместо L1 подставляется первый список, вместо L2 — второй список, а X, он, по сути, не изменяется. То есть нужно унифицировать X со штрихом и X без штриха, сделать их одинаковыми. И получается, при помощи такого наиболее общего унификатора, который выбран здесь так, чтобы переменные были в итоге в после вычисления SLD-резольвента, чтобы переменные были без штрихов, получается вот такой запрос. Это тело третьего правила, подставленное на место этой подцели, и к этому телу применен наиболее общий унификатор. То есть, так, можно на это смотреть еще и по-другому. Есть задача common — определить, какой же там общий элемент. И эта задача при помощи вот этой стрелочки третьего правила сводится к двум более простым подзадачам. Проверить, что этот некоторый пока еще неведомый нам X является элементом первого списка, и при этом после этого проверить, что он является элементом второго списка. Вот. После этого можно поприменять первое и второе правило, как нам заблагорассудится. И в зависимости от того, как их начнем выбирать, получим те или иные вычисления SLD-результативные. Например, можно применить второе правило ко второй подцели. Вот, вытащить элемент k из списка, отбросить его и перейти к такому же запросу, как и был, только без k. Только это последовательное мышление, которое возникает только, когда строится SLD-результативное вычисление. На самом деле это задача унификации и все такое, но это вот вспоминайте прошлое занятие. Итого, вот получился новый запрос, все то же самое, только во второй подцели нет буквы «к». Потом можно, например, взять второе правило, применить к первой подцели, отбросится буква «п» из первого списка тем самым. Потом можно, например, взять первое правило, применить к первой подцели. Тогда задача унификации, решаем ее, и получаем наиболее общий унификатор, который, согласно тому, что вот здесь написано, должен вот эту переменную x и вот эту вот константу o сделать одинаковыми. То есть вместо x' подставляется o, вместо x подставляется o, и вместо l' подставляется хвост этого конкретного списка. Это уже вспоминаем, как решает задачу унификации. Третий семинар, последняя задача. Наверное, третий семинар у всех прошел, поэтому я так уже вскользь упоминаю, что это она, полагаю, что вы научились это делать и понимаете, о чем это все. Вот. И согласно первому правилу, вычеркиваем первую подцель, подставляем тело, тела нету, значит, ничего не подставляем, остается только вторая подцель, которая теперь становится первой и единственной. И кроме того, вот этот унификатор, он применяется наиболее общий, он применяется ко всему запросу. Вот. То есть, в частности, вот этот x во второй подцели, вместо него тоже подставляется O. И теперь
Вопрос уточняется, спрашивается в следующем, в последнем запросе построенного изображенного вычисления, правда ли, что O является элементом списка LOP NIL. Вот. Дальше снова есть варианты, какие в каком порядке правила применять, чтобы получить какой-нибудь успех, а может быть не получить. Например, можно применить второе правило, буква L отбросится, L, потому что русская. Вот. Потом применить первое правило, убедиться, что наиболее общий унификатор найден, что он есть. То есть вместо вот этого x мы обязаны при решении задачи унификации подставить o, вместо вот этого x тоже подставляется то же самое o, пока все сходится, и вместо l подставляется все остальное. Да, если у кого-то в каких-нибудь программистских курсах возникало такое словосочетание, я не помню, я его говорил или нет, когда-то говорю, когда-то не говорю, называется оно pattern matching. Сопоставление по шаблону или сопоставление по образцу. Вот на самом деле вот здесь, в этом языке, происходит как раз оно. То есть вот этот список правил — это список шаблонов. Вернее, головы этих правил — это список шаблонов, которым сопоставляется цель текущего запроса. И согласно вот этому сопоставлению все происходит. На самом деле аналогии между логическим и функциональным программированием, в котором, скорее всего, это возникало, если возникало, их намного больше. Вот просто потому, что обе парадигмы, они декларативные, и на самом деле во многом похожи. Но это все дело семинаров. А мое дело сказать, что вот унификатор найден, вычеркиваем по цели запроса, больше никаких подцелей нету, запрос пустой, и это изображается квадратиком. Квадратик — это успех, и как только он получен, мы говорим, что это успешное вычисление. Потом смотрим все подстановки от начала до конца, считаем их композицию последовательную. То есть смотрим, вот если мы применим последовательность сначала первую, потом вторую, потом третью, потом четвертую, потом пятую, потом шестую, какие переменные как суммарно изменятся. Потом среди всех этих переменных ищем те, которые были в самом первом запросе, это x, и вот получается такая вот композиция, спроектированная на множество из одной переменной x. И это вычисленный ответ. Вот. То есть вычислился здесь ответ O. То есть константа O является элементом обоих списков запроса исходных. Да? Ну, потому что переменные запросы, они могут по-всякому уточняться, поэтому в общем случае, скажем, там, она уточнилась как x', а потом x' как-то еще уточнился. Там бывают разные ситуации. То есть здесь просто пример так подобран, что сразу константа подставляется. Могут подставляться, например, там x.l, где x и l — это переменные, а потом x подставляется, l подставляется. Того, ну, вот эта композиция говорит просто, посмотри суммарно, что же там подставилось. Вот. От начала и до конца. Ну и вот оно. Это еще одно успешное вычисление. Но бывают и неуспешные. Например, можно было бы выбрать порядок применения правил такой. Берем первое правило и вторую подцель. Она говорит следующее. Пытаемся унифицировать. X из правила — это k, значит, x из запроса — это тоже k, а l из правила — это LOP NIL. Вот он, унификатор. То есть, чтобы их сделать одинаковыми, нужно вот такую подстановку применить, это самое меньшее. И после того, как мы это сделали, вторая подцель вычеркивается из запроса, и переменная x в первой подцели, согласно тому, как вычисляется SLD-резольвента, она уточняется согласно унификатору. Вместо x подставляется k. И получается такой вопрос. Правда ли, что k является элементом списка POP-NIL? Мы уже заранее знаем, что неправда. Но здесь все-таки можно поприменять какие-то правила. Первые нельзя, унификация не проходит. И явно обращаю на это внимание, потому что это типовая ошибка, когда строите дерево вычислений программы — это одна из типовых задачек на экзамене, что подставлять в подстановках можно что бы то ни было только вместо переменных. То есть k и p — это две разных константы, и они одинаковыми стать не могут. Никакой унификации не поможет. Поэтому применяем второе правило. Вот. Получается вот такой унификатор. В запросе переменных нет, поэтому нужно просто сказать, как изменяются переменные второго правила. X — это k, y — это p, а l — это op nil. То есть, по сути, единственное, что мы тут можем сделать, сейчас по второму правилу склопнуть правый список в список одного элемента? Нет, в пустой. В пустой. В
пустой. Да, а потом видим, что, это, что к этому ни одно правило не применимо, вот к тому, что получилось, пустой список справа. То есть, да, несколько раз применяем второе правило, это единственное, что можно в этом случае делать. Видим, что получается второй аргумент nil, это константа, а сверху, везде, где написано lem, второй аргумент, там написано точка. Nil — это константа, точка — это функциональный символ, и опять-таки унифицировать их нельзя. Можно заменять при помощи унификаторов на что бы то ни было, только переменные. И как ни заменяй x и l или y и l, точка не исчезнет. Она стоит снаружи и никуда не денется. Поэтому это сделать одинаковым нельзя, никакое правило не применимо. Нельзя ни одно правило применить, и это тупиковое вычисление. У него, конечно, есть какой-то ответ, но это не SLD, результативно вычислимый ответ, потому что это вычисление неуспешное. Вот, то есть программа, она, ну, действительно может прийти к какому-то неуспеху. Вот. И это нормально. Теперь, если тут вспомнили все и поняли все эти примеры хорошенечко, то тогда двигаемся еще дальше. Дальше надо перейти к тому, с чего я как раз начинал рассказ про разные там парадигмы и чего в них такого особенного в декларативных парадигмах, что есть две семантики. Основная декларативная и вспомогательная операционная. Одна семантика нацелена на то, как вы должны писать программы, то есть как их трактовать, когда вы видите что-то написано. Если по-простому, просто как набор формул, формул вида импликации, то есть набор достаточных условий для ваших отношений. И вторая вспомогательная — то, как это вычисляется на компьютере, это то, что как раз сейчас и было на слайде. То есть вычисление, оно пошаговое, состоит в том, что преобразуется запрос при помощи унификации, при помощи построения SLD-резольвент, пока не получится квадратик. Если получили, то это SLD-результативный вычислимый ответ. И дальше встает вопрос, а как эти семантики связаны? Не получится ли так, что эти две семантики, которые вводились независимо друг от друга, окажутся настолько разными, что можно считать, что это просто две разных системы программирования? Вот. Оказывается, что нет. И да, все проговорил это. Оказывается, что нет. И вот об этом как раз сейчас и поговорим. То есть вот они все совершенно разные. В одной определены правильные ответы, в другой SLD-результивно вычислимые ответы. Одна программа — это система формул, и правильный ответ — это тот, для которого запрос следует. Вторая — это программа, это набор способов построения SLD-резольвент, и вычислимый ответ — это тот, который получается, когда получается успех. И оказывается, что несмотря на то, что эти семантики такие разные, что это приблизительно одно и то же. Вот. И да, и первый шажок к тому, чтобы это осознать, это напоминание, что того, что я уже так коротенько обозначал до этого, доказывая страшную теорему о входном результативном выводе, что на самом деле то, что мы здесь строим, вот эти успешные SLD-результивные вычисления, это просто немного по-другому сформулированные входные резолютивные выводы для дизъюнкта, инициированные дизъюнктом, отвечающим запросу к программе, для системы, которая представляет собой, которой является сама программа. И вот это, об этом как раз первая лемма, о том, что если мы рассмотрим любое SLD-резолютивное вычисление, то тогда его можно переписать обратно. Оно соответствует тому, что я как раз сейчас сказал. Его можно переписать обратно как входной резолютивный вывод вот этого вот вида. Вот. То есть входной резолютивный вывод вот такой. Первый дизъюнкт — это дизъюнкт, отвечающий отрицанию запроса как дизъюнкта. Напоминаю, что запрос как дизъюнкт — это значит запятые заменяем на конъюнкции и получаем формулу логики предикатов. Вот. И ставим отрицание, раскрываем по закону де Моргана все это вот. То, что получилось, получается дизъюнкт. Вот. Потом второй дизъюнкт этого входного вывода — это то правило, тот вариант правила, который мы применяем для того, чтобы построить SLD-резольвент. Потом следующий дизъюнкт. С одной стороны, это SLD, это дизъюнкт, отвечающий SLD-резольвенты, а с другой стороны, это просто резольвенты вот этих дизъюнктов, которые строятся во входном резолютивном выводе. Вот. И, собственно, лемма, она о том, что это одно и то же. SLD-резольвента и дизъюнкт, отвечающий резольвенте в соответствующем выводе. Вот.
И кроме того, здесь еще по ходу дела обозначаются унификаторы, наиболее общие, θ1, θ2, θn-1. И вот если так переписывать дизъюнкты и правила, запросы и правила как дизъюнкты, то и то, с помощью каких унификаторов строятся резольвенты в получающемся выводе, это в точности те, которые написаны наверху. Я не понял этого вопроса. Вот сверху написано запрос, примени правило вычисли унификатор. Запрос, примени правило вычисли унификатор. Запрос. Отличается применением какого-то правила плюс подстановкой. Да. Ну, то есть сверху не дизъюнкты, сверху запросы. Запрос, применяем правило, вычисляем унификатор, получаем новый запрос. Внизу выписываем дизъюнкт, выписываем еще один дизъюнкт, вычисляем наиболее общий унификатор для выбранной контрарной пары. Строим резольвенту. И оказывается, что это одно и то же. Вот. И чтобы это доказать, понадобится немножечко поднапрячь мозги. И в надежде, что вы еще не забыли, что такое вообще эти входные резолютивные выводы и метод резолюции в целом. Если забыли, то вспоминайте, надо будет коллоквиум это все изучить. И на семинарах, четвертый семинар всех ждет. У кого-то, наверное, уже даже прошел. Сегодня, да. Вот я как раз прикидываю. Вот. Так что надо поднапрячься и вспомнить, что это такое. Итого попробуем показать, попробуем вот в общем порассуждать, почему же есть такое соответствие, что верхнее — это нижнее, а нижнее — это верхнее. Вот. Попробую порассуждать по индукции. База индукции — это самый короткий входной вывод, который только можно построить. Это вывод из одного запроса и больше ничего. Вот, вернее, из одного дизъюнкта запроса и больше ничего. Вот. Это действительно входной резолютивный вывод из вот этой вот системы дизъюнктов отвечающей программы плюс вот этот дизъюнкт, с которого начинается вывод и инициирован этим дизъюнктом. При этом, с другой стороны, это же самое короткое SLD-резолютивное вычисление. То есть если мы просто выписываем один запрос и больше ничего с ним не делаем, это SLD-резолютивное вычисление тоже. Потом индуктивный переход. Предположим, что для n, для не более чем n большое запросов, это уже показано, что SLD-резолютивное вычисление — это то же самое, что вот такой вот входной резолютивный вывод. Давайте попробуем добавить в начало еще один запрос и показать, что это соответствие сохраняется. Вот. Можно вопрос? Ага. Это к какой подцели запроса применяется правило? То есть какая по порядку литера выбирается для построения резольвента. Вот. Ну так вот, возьмем вот этот подвывод, начиная со второго запроса, со второго дизъюнкта запроса. Предположим по индукции, что это то же самое, что вычисление, которое начинается, SLD-резолютивное, которое начинается со второго запроса. И в том числе, что вот эти вот унификаторы, это сверху это те унификаторы, которые вычисляются при построении SLD-резольвенты, и что они же снизу используются для построения просто резольвента. Вот. Теперь попробуем показать, что если добавим к этому всему дизъюнкт Q1 сверху и вот эту пару дизъюнктов снизу, то все равно это соответствие останется, что Q2 как дизъюнкт с отрицанием — это резольвента Q1 как дизъюнкт с отрицанием R1. И кроме того, там действительно θ1 тот же самый можно выбрать. Вот. Вот так вот. А, слушайте, а что так все просто? А, это не та лемма, извиняюсь. Я думал, что там еще 4 слайда или 3. Оказывается, здесь уже все. Вот. Но для этого достаточно, да, достаточно заметить, что по определению SLD-резольвента и просто резольвента — это действительно так. Вот, что мы просто, если посмотрим вот в этот дизъюнкт, это действительно резольвента вот этих двух. Но просто побуквенно. Вот, то есть оно так вводилось специально, что там слово в слово почти переписывалось. Все то же самое. Вот. Ну и кроме того, что это по правилам построения вывода то, что можно выписать в этом месте. Это вариант дизъюнкта исходной системы. То есть мы выписываем дизъюнкт, который инициирует вывод, потом вариант дизъюнкта исходной системы, и по определению SLD-резольвента сверху и просто резольвента снизу с помощью одного и того же θ1 строим
соответствующий резольвент. То есть тут как бы даже и рассуждать нечего. Вот. Как строится результативный вывод? Три пункта, что мы, если смотреть на его построение, как на выписывание дизъюнктов слева направо. Что мы можем делать? Три вещи. Первое — выписать вариант дизъюнкта исходной системы. Второе — вариант — переименовать переменные. Ага, то есть мы можем взять дизъюнкт исходной системы и переименовать переменные. Мы можем построить резольвент у двух выписанных ранее дизъюнктов и можем построить склейку выписанного ранее дизъюнкта. Вот в этом выводе, входном резолютивном, возможности ограничивают. Все, что мы можем делать, это следующее. Взять заранее заданный дизъюнкт, потом выписать вариант дизъюнкта исходной системы, потом построить резольвенту для этих двух последних. Потом снова выписать вариант дизъюнкта исходной системы, снова построить резольвенту для двух последних. И так шаг за шагом, пока нам не надоест. Вот. Ладно. Нет, первый дизъюнкт, еще раз, вот самый первый дизъюнкт, это тот, кем инициируется вывод. Второй вариант дизъюнкта исходной системы, вот как раз вариант правила R1. Третий — это резольвента последних двух выписанных. И повторить. Вариант дизъюнкта исходной системы — резольвент. Вариант резольвента, и так пока не надоест. И буковки подобраны в определении следы резольвента и просто резольвента так, что это одно и то же оказывается. То есть и там выбирается контрарная пара, и там проводится наиболее общая унификация, и там две литеры, выбранные в качестве контрарной пары, удаляются, вычеркиваются, выписывается все, что осталось. Сверху порядок важен, снизу порядок не важен. Вот поэтому можно выбрать такой же. И собственно, здесь вот в этих дизъюнктах соответствующих выбирается такой же, как сверху. Ну и в остальном все то же самое. Вот. Итого, как только пришло осознание, что SLD-резолютивное вычисление — это то же самое, что входной резолютивный вывод, тут же можно, отталкиваясь от всего того, что мы знаем с вами после просчитанных лекций про эти самые резолютивные выводы для дизъюнктов, не для программ, просто резолютивные выводы, осознать, что если мы построим вывод вот этого квадратика, то тогда и возьмем после этого композицию подстановок, применяющихся для вычисления всех резольвент, то тогда и спроектируем эту композицию на переменные самого первого дизъюнкта, то тогда после применения этой спроектированной композиции к этому самому первому дизъюнкту, он начинает логически следовать из исходной системы. Это как раз была та самая страшная теорема о входном резолютивном выводе. И на самом деле это все, что я хотел сказать в этом доказательстве. То есть вот, смотрим, и получается такая теорема, что если мы возьмем какую-нибудь любую программу, какой-нибудь любой запрос к ней, и если у нас получилось построить успешное SLD-резолютивное вычисление и получить в соответствии с ним какой-то SLD-резолютивно вычислимый ответ, то есть подстановку вот ту самую, которая композиция всех, спроектированная на переменные запросы, то тогда, если мы посмотрим на этот запрос как на дизъюнкт, применим к нему эту подстановку и посмотрим, следует ли этот дизъюнкт из программы как системы формул, то действительно следует. Вот. Для этого, вот, собственно, можно посмотреть в какое-нибудь SLD-резолютивное вычисление, взять какое-нибудь такое вот успешное вычисление, взять какой-нибудь вот такой вот вычисленный ответ, и потом вспомнить вот эту лемму, которая только что была, и сказать, что это SLD-резолютивное вычисление — это то же самое, что резолютивный вывод квадратика, входной для системы дизъюнктов, отвечающей программе, инициированный дизъюнктом, отвечающим отрицанию запроса. Вот. И потом вспомнить вот ту самую страшную теорему, в которой это и говорилось. То есть это было, может быть, непонятно и громоздко, но это нужно было затем, чтобы вот в этом месте просто отослать к ней и сказать, что как только мы переформулировали SLD-резолютивное вычисление как просто резолютивный вывод квадратика дизъюнкта из других дизъюнктов, применяем ее и понимаем, что действительно, если взять все эти подстановки, спроектировать на переменные запроса,
замкнуть квантовыми всеобщности, если переменные какие-то остались, эти переменные, то это будет следовать из программы как системы формул. Вот. Причем там даже было без проекции, просто если применить подстановку, то тогда и замкнуть квантовыми всеобщности все переменные, если они остались, то тогда следует. Здесь чуть поуже, но тут такое очевидное свойство, что если в постановке сказано «замени какую-то переменную на какой-то терм, а в формуле этой переменной нет», то можно соответствующую связку просто вычеркнуть из постановки, и эффект ее применения остается тем же самым. Вот, и так получаем в точности то, что требуется в определении правильного ответа, даже плюс проекция. Вот как-то так. Итого, любой SLD результативно вычислимый ответ оказывается, что является правильным. Просто потому, что мы действуем так, как рассказывалось для входного результативного вывода. Это простая часть соответствия этих двух семантик, поэтому я надеюсь, что вы что-то поняли. А теперь в обратную сторону. Если вы вспомните все, что было аналогичного в этом курсе до сих пор, про вот эти вот прямую и обратную сторону, корректность доказать просто, а полноту намного сложнее. Здесь примерно то же самое. Вот. Но все-таки попробуем. Да, и слайдов оказывается в 1,5-2 раза больше. Но, в принципе, не очень много, просто потому что я опять буду отсылать к тому, какими свойствами обладают обычные выводы из обычных дизъюнктов. Я про разрешимость вообще ничего не говорю. Здесь нет алгоритмов пока что. Здесь любой этот ответ является таким ответом. Это не алгоритм. Вот. Но в обратную сторону, правда, она будет работать не совсем так. Нельзя сказать, что любой правильный ответ можно вычислить. И в качестве контрпримера вот такая несложная программка, вот с таким несложным запросом. И можно легко убедиться, что если на место x поставить f от c, а на место y c, то это правильно. Вот. Если вы не понимаете, почему это правильно, можете поднять руку, я поясню. Это проверка того, насколько вы поняли, что такое хорновские логические программы и правильные ответы. Вот. Но если вы все поняли, то тогда это правильно, а вычислить можно вот только такой ответ. Вместо x поставить f от x — и вместо y поставить c с точностью до переименования переменных. Вот. Если вы это тоже не поняли, поднимите руку, я скажу подробней. Ага, смотрим. Запрос p от x, y. Что мы можем с ним сделать в плане вычисления SLD-результативного? Все, что мы можем, это применить первое правило. Вот мы применяем первое правило, штрихуем переменные, говорим... Вместо x поставить f от x штрих, вместо y поставить c. Ну и потом переименуем переменную, берем штрих. Получается q от x. И при этом я здесь уж не буду писать все, вместо y поставилось c. А x, по сути, не изменился. Вместо x поставилось... изменился, согласен. Вместо x поставилось в итоге f от x. А вместо y c. После этого все, что мы можем сделать, это применить второе правило. Нет. Вместо вот этого x вставляется f от x штрих, а x штрих не изменяется. Вот. И второе правило теперь применяем. Q от x здесь, q от x там. Унификатор практически тривиальный. Вместо x штрих поставить x. Да, здесь многоточие. Здесь еще переменные штрихованные надо. И получаем успех. Теперь делаем композицию подстановок и убеждаемся, что в этой композиции говорится вот это. Все, это единственное, что мы можем вычислить. Но вот такой правильный ответ есть. И это не то, что снизу. Поэтому утверждение о том, что любой правильный ответ SLD результативно вычислим, неверное. Вот как же тогда все обстоит на самом деле? Вот. И если присмотреться внимательно, и вспомнить, что я там говорил про наиболее общие унификаторы, когда вводил все эти определения. Вот. Я там рассуждал на тему того, что что-то там является более общим, менее общим. Вот наиболее общий — это как раз-таки самый-самый общий в терминах всей этой общности. И здесь то же самое можно углядеть. Вот тот унификатор, вот та подстановка, которая сверху,
она, можно сказать, такая более специальная, более частная по сравнению с той, которая снизу. А именно, она может быть получена из той, которая снизу, применением еще одной постановки. Вместо x поставить c. То есть верхняя — это композиция двух нижних нарисованных. В этом смысле она является в некотором роде частным случаем того, что написано снизу. И вот это как раз будет написано, будет сформулировано в соответствующей теореме о том, как в обратную сторону соотносятся правильные вычисленные ответы. Что любой вычислимый SLD результативный является не менее общим, не менее общим, чем любой правильный. Вернее так, для каждого правильного существует не менее общий SLD результативный вычислимый. Да, любой правильный является примером какого-либо SLD результативно вычислимого. Да. И вот, собственно, это сейчас и покажем. Для того, чтобы это сделать строго, нужно сказать все-таки, что такое более частный, более общий, является примером и все такое прочее. Вот это, собственно, основное, что понадобится. Будем говорить, что подстановка является частным случаем какой-то другой, если она из этой другой может быть получена добавлением справа чего-нибудь через композицию. То есть вот берем постановку «это», и все, что мы можем получить из нее применением после этой постановки еще чего-нибудь, это все частные случаи, будем их так называть. И в обратную сторону, если левое — это частный случай правого, то тогда правое — это обобщение левого. Вот так это будем называть. И кроме того, для того, чтобы обосновать полноту, понадобится смотреть на не совсем хорновские логические программы. Вот то же самое, что они, только отвечающие бесконечным множеством формул. Такие вот бесконечные хорновские логические программы. Я уж не буду совсем строго вводить это определение. Скажу только, что это как хорновская логическая программа, только там допускается бесконечное число программных утверждений, счетно-бесконечное. Вот. И понадобится смотреть для того, чтобы основать полноту, на вот такую вот особенную программу. Это какая-то хорновская логическая, и потом квадратные скобочки, и все вместе это означает, что мы берем все примеры всех правил, дизъюнктов, всех правил исходной программы, в которых нет ни одной переменной. Если вспомнить обоснование полноты для метода резолюции, для резолютивного вывода, это как раз та самая система всех основных примеров дизъюнктов. Вот. Здесь просто формулируем то же самое в терминах хорновских логических программ. Это система всех правил, получающихся из заданных в P, применением всевозможными способами подстановок так, чтобы переменные исчезли. И на самом деле, собственно, полноту обосновывать будем точно так же, как полнота резолютивного вывода, только для вот таких вот частных случаев дизъюнктов и способов построения вывода. А именно, давайте посмотрим на какой-нибудь правильный ответ и покажем, что он является частным случаем вычисленного какого-нибудь. Вот. Для этого посмотрим на вот это вот замыкание программы P, бесконечную программу, состоящую из всех основных примеров правил. Покажем, как из нее вывести в квадратик, вернее, как построить SLD-результивные вычисления к этой программе, которая оканчивается квадратиком, успешная. И потом покажем, это будет называться лемма в основных вычислениях, и потом покажем, как это вычисление, вспоминаем, что там было в полноте метод резолюции, лемма о подъеме, как это вычисление поднять от вычисления для вот этой вот замкнутой программы до вычисления к исходной программе. Точно так же будем пошагово поднимать каждый шаг вычисления. Это так и будет называться лемма о подъеме. И после этого покажем, что как только мы вот так вот подняли это вычисление, как будет показано при помощи леммы о подъеме, тут же получим такую последовательность унификаторов, которая приводит нас к ответу частным случаем, к такому ответу, частным случаем которого является правильным. Вот. Но сделаем это после перерыва, я так понимаю. Пора. Пока тогда формулировка лемма об основных вычислениях, перерыв 5 минут. Да, как я и обещал,
Здесь я не учу вас программировать, здесь я рассказываю всякие ужасы о математических основах логических программ. Но привыкайте, привыкайте. Это на самом деле полнота самая страшная сейчас будет. Потом будет попроще. Можно вопрос? Я что-то так не понял, вот тут вот в этом моменте, вот F, R1 это что? Дизъюнкт, отвечающий правилу R1. Угу. Правило R1 — это дизъюнкт-импликация. Это все, если что, там вводилось где-то на прошлой неделе. То есть, что запросы — это дизъюнкты. Если, вернее так, запрос, если на него навесит отрицание, это дизъюнкт, дизъюнкт-запрос. А правило — это на самом деле просто дизъюнкт-правило. И там же обсуждали, что SLD-резольвенты, для того, чтобы их строить, можно выбрать запрос правила, и тогда нужно будет в качестве контрарной пары обязательно выбрать тот единственный положительный в правиле атом, положительную литеру, и какой-нибудь в запросе. Они все отрицательные. А можно еще вопрос? Да? Просто, а почему замыкание, ну, то есть вот это вот... Все основные примеры этого бесконечность дают. Там же у нас все равно конечное количество входных объектов, которые мы можем представить. У нас, ну, как минимум, у нас бесконечное число перемен. А, нет, все, почему, когда мы избавляемся от переменных, оказывается конечное число. Представьте себе, что у нас одна константа и один функциональный символ местности 1. Так. И у нас программа, в которой написано P от X. Просто P от X. Типа F от F от F от да, F. C, так, C, F, F от C, F от F от C. Все хорошо. Ага. Yeah.
Чё? Пора продолжать. Ну, поехали. Порассуждаем об этой самой полноте. Давайте я все-таки на прошлый слайд переключу обратно. Об этой самой полноте, которая будет звучать следующим образом, что любой правильный ответ является частным случаем какого-либо СЛД результативного вычислимого ответа. Вот в этом обосновании полноты будем местами повторять то, что происходило в обосновании полноты для результативных выводов обычных для дизъюнктов. Вот. И начнем с повторения того, что называлось там лемма об основных дизъюнктах. Здесь это называется лемма об основных вычислениях, и на самом деле здесь рассказывается ровно то же самое, только для дизъюнктов особого вида и выводов результативных особого вида. Вот. Итого, первое утверждение, которое понадобится, чтобы сказать, что вот так вот соотносятся правильные вычисленные ответы, это взять какую-нибудь программу, какой-нибудь запрос, в котором нет ни одной переменной, только такие понадобятся с точки зрения, ну, если посмотреть на это утверждение как на аналог лемма об основных дизъюнктах, там тоже не было ни одной переменной, поэтому здесь сразу тоже рассмотрим такой запрос, и потом его будем поднимать вместе со всем вычислением тоже. Вот и того, берем какую-то программу, берем какой-то запрос, в котором нет ни одной переменной, от программы сразу переходим к вот этому вот бесконечному множеству программных утверждений без переменных, являющихся примерами исходных программных утверждений. То есть вместо переменных просто всеми возможными способами ставим термы, так, чтобы все переменные исчезали из этих правил. И получаем такое вот замыкание. Кроме того, выбираем запрос так, чтобы было известно, что он логически следует из исходной программы. Тогда вот для так выбранного запроса без переменных утверждается, что вот из так вот преобразованной, насыщенной программы, бесконечной программы без переменных, можно вывести этот, вернее так, можно построить SLD-результивные вычисления для вот этого самого запроса, так, чтобы оно окончилось квадратиком. И тут нужно просто аккуратненько порассуждать о том, как же все это выглядит, как именно выводить это вычисление. Давайте представим себе, что у нас в программе n правил, и тогда, так как вот этот дизъюнкт Q, запрос, логически следует из программы как системы формул, то это означает, вспоминаем в самом-самом начале курса теорему о логическом следствии, что вот такая импликация, составленная из всех правил, рассмотренных как дизъюнкты, и потом через конъюнкции, потом импликация, вот этот запрос, что логическое следование — это то же самое, что общезначимость вот этой вот формулы. Вот. Это означает, в частности, что если мы теперь к этой формуле попытаемся применить метод резолюции, то на некотором этапе этого метода, на соответствующем этапе, будет получена вот такая система дизъюнктов. То есть представьте себе, вот она формула, мы ставим на ней отрицание, потом проносим его в глубину, вытаскиваем квантеры, потом разносим обратно квантеры над подформулами. Вот. В итоге получаем вот такую систему дизъюнктов. Это в точности все дизъюнкты, отвечающие правилам, и дизъюнкты, отвечающие отрицанию запроса. Можете вспомнить еще задачу о Даше, Саше, Паше, Пиве. Там как раз так и происходило. Все правила переписывались как есть, все то, что дано, а то, что требовалось спросить, просто переписывалось с отрицанием. Вот. И утверждается, что общезначимость исходной формулы согласно методу резолюции — это то же самое, что невыполнимость от системы дизъюнктов. Раз эта система дизъюнктов невыполнима, то тогда, вспоминаем теперь, что там происходило в обосновании полноты метода резолюции, применим теорему Эрбрана и получим конечное невыполнимое множество основных примеров дизъюнктов этой системы. Вот. То есть... Да, именно так. Да. Вот. То есть, конечно, то, так как вот этот дизъюнкт, у него уже нет переменных, то получается, что в этом конечно... И так как вот здесь вот в остальных дизъюнктах есть положительные литеры, то получается, что эта система имеет вот такой вид.
Это дизъюнкт запрос и плюс основные примеры дизъюнктов правил. Какие-то, каких-то правил. Вот. Итого получается вот такая конечная система дизъюнктов беспеременных, некоторое количество основных примеров дизъюнктов правил и плюс дизъюнкт запрос, и она невыполнима. Дальше. Что это тут я хотел сказать? Да, дальше осталось просто показать, что можно построить входной резолютивный вывод квадратика из этой системы. И тогда, потому что там было леммой раньше, это будет означать, что мы автоматически построили SLD резолютивное успешное вычисление, то есть вычисление такого же квадратика. Вот. Это тоже понятно. Итого, теперь все, что будет доказываться, показываться в доказательстве этой леммы, это как вот из этой системы вывести квадратик. А для этого... сейчас, секунду. Что-то я тут понамешал, я уже сам что-то подзабыл. Я вспомню, что я имел в виду, и пойду дальше. Так, то есть тут... Ну да, входной вывод квадратика, да-да-да. Да, а, ну да-да-да, все-все, извиняюсь. Продолжаем. Вот так как... Вот, наша задача — построить входной резолютивный вывод квадратика, инициированный вот этим дизъюнктом, из вот этой вот системы плюс вот этот дизъюнкт. Вот. В нашем распоряжении есть уже доказанная, вымученная в какой-то момент полнота резолютивного вывода в принципе. То есть если нам дают невыполнимую систему дизъюнктов, мы можем вывести квадратик из нее. Но тут не говорится, что это именно входной резолютивный вывод, то есть просто как-то вывести. Это может быть вывод, который не соответствует никакому SLD-резолютивному вычислению. Так, здесь не фику должно быть написано, это я потом поправлю. Вот. И следующий этап доказательства — это взять этот вывод, про который мы знаем, что он есть, и просто перестроить его в тот, который нам нужен. То есть инициированный вот этим дизъюнктом запроса и обязательно входной. То есть дизъюнкт запроса, потом правило резольвента, правило резольвента, правило резольвента. И так пока не получится квадратик. Вот. Первый кусочек, первый факт, который позволит сделать такое перестроение — это то, что квадратик можно получить только как резольвенту некоторого дизъюнкта запроса и некоторого дизъюнкта правила, да еще и такого, в котором нет ни одной отрицательной литеры. То есть некоторого дизъюнкта, который представляет собой атом, это дизъюнкт правила без тела, и другого дизъюнкта, который представляет собой отрицание атома, это дизъюнкт запрос. Только так мы можем получить квадратик. И это, в частности, означает, что вот в этом выводе, который по теореме о полноте, вывод квадратика, который есть, вот, используется хотя бы раз запрос для построения резольвента. Вот. Дальше будем решать одну за другой, за третьей некоторые проблемы, я так условно здесь их назвал, то есть некоторые вольности в выборе вот этого выбора, вывода согласно теореме о полноте, которые мешают ему быть входным резолютивным выводом, инициированным дизъюнктом запроса. Вот. Вольность первая — это то, что могут в этом выводе строиться ну, совершенно бесполезные, не те, которые нужны согласно определению входного резолютивного вывода резольвента и склейки. То есть мы взяли, например, получили какой-то дизъюнкт запрос, склеили его, потом еще раз склеили, а потом это не используется. Мы возвращаемся к тому, что было до этого, строим резольвенту с этим, потом еще раз возвращаемся, забывая про то, что мы построили, и получаем много тупиковых ветвей построения или вывода квадратика. Вот. Но эта проблема простая. Все то, что не используется для построения квадратика, можно вычеркнуть из вывода. То есть если мы построили дизъюнкт, и он потом не является основой для построения резольвента или склейки дальше, просто вычеркиваем из вывода, и это продолжает быть выводом. Это первый кусочек. Почистили вывод. Вторая проблема — это то, что во входном резолютивном выводе обязательно должны строиться резольвенты дизъюнкта запроса и дизъюнкта правила. Вот. Сейчас. Да. А в просто выводе квадратика может быть и не так. Может, например, произойти вот такая ситуация. Берется раз дизъюнкт правила, два дизъюнкт правила, для них строится резольвента,
Для этого выбирается вот в данной иллюстрации E и какая-то из литер B со штрихом. Строится резольвента, это снова какое-то правило. И вот для этой резольвенты и для запроса уже строится резольвента-запрос. Такого в входном резолютивном выводе быть не может, а вот в том выводе, который просто какой-то, может. Но если такая конструкция встречается, то есть строится резольвента двух правил, и эта резольвента используется дальше, то тогда можно взять самую последнюю из таких плохих построенных резольвент и перестроить этот фрагмент в хороший. То есть взять просто disjunct запрос, взять сначала вот это вот левое правило, то, которое здесь, то, у которого как раз голова унифицируется с соответствующей литерой этого запроса, построить их резольвенту, а потом резольвенту того запроса, который получился, и вот этого правила, которое было плохим. Вот. Можно убедиться легко, посмотрев на все вот эти вот нагромождения буквок, что построение резольвенты двух правил и запроса с получившейся резольвентой можно перестроить как построение резольвенты запроса с одним из этих правил и потом результата запроса с еще одним из этих правил. И получается фрагмент, который соответствует тому, что происходит во входном результативном выводе. То есть запрос, вариант disjunct исходной системы, запрос, вариант disjunct исходной системы и снова запрос. Вот. И третья проблема — это то, что после того, как мы вот так вот перестроим вывод, удалив все резольвенты пар правил, вот, мы можем получить вывод, в котором все почти как надо, но единственное плохое, что осталось… А, нет, извиняюсь, это… Да, да. Единственное плохое, что осталось, это что там могут быть склейки. Во входном резолютивном выводе категорически запрещены склейки. Это очень сильное упрощение, которое, тем не менее, как там будет дальше показано, сохраняет так называемую алгоритмическую полноту модели. Вот. Но, тем не менее, склейки запрещены, строго говоря. А вот в этом выводе, абы каком квадратика, склейки могут быть. Но каждая такая склейка должна быть использована для чего-то дальше. И самая последняя такая склейка, она использована, стала быть, для построения резольвенты с дизъюнктным запросом. Вот. Давайте посмотрим внимательно на то, что здесь получилось, и убедимся, что можно это тоже перестроить во входной резолютивный вывод. Но, к сожалению, сложнее. Вот, а именно… А, хотя нет, не сложнее, смотри-ка. А, мы можем, да, сначала перестроить вывод вот так. Берется запрос, берется не склеенное правило, и получается запрос, в котором все то же самое, только еще что-то надо склеить. Вот. И потом это склеивается. Тут уже получается склейка не правила, а запроса. Это, соответственно, половина решения проблемы. И вот эта проблема четвертая — это вторая половина проблемы относительно склеек. Что запросы тоже могут склеиваться, а мы не можем. Вот. И вот это самое сложное. Представьте себе запрос, который мы склеили, и потом выстраиваем остаток вывода квадратика согласно тому, как устроены входные резолютивные выводы. То есть запрос, вот он, Q2, потом правило, запрос, правило, запрос, правило, запрос, правило, запрос, и так пока не получится квадратик. Но вот этот шаг, он плохой, склеивать нельзя. И нужно перестроить вот этот фрагмент вывода в такой, в котором склейки не происходят в принципе. Вот. И тут я приостанавливаюсь и говорю, что, конечно, я мог бы вам еще 10 слайдов включить на то, чтобы аккуратненько по всем шагам показать для всех случаев, как это делается. Но я скажу следующее. Вот. Давайте внимательно посмотрим на то, то есть просто немножечко погрешу строгостью доказательства и скажу следующее. Давайте посмотрим на то, как, к каким литерам применяются эти правила для построения резольвент. И давайте внимательно следить, как преобразуется вот эта вот литера А при построении резольвент. Рано или поздно мы к ней применим какое-то правило, потому что в конце квадратик, сейчас где оно там? А, ладно. Потому что в конце квадратик, значит, ни одной литеры нет. Значит, вот к этому А, которое стоит в самом конце, рано или поздно мы какое-то правило применим. Если ни одно не применяем, то тогда в запросе остается вот это А, и он не может быть квадратиком. Из этого А вырастет после применения правил, после построения резольвента некоторое количество литер. Можно их так условно назвать B1 и так далее, BK.
свою очередь, чтобы получить в конце квадратик, нужно, чтобы эти литеры тоже исчезли из запроса. Значит, нужно xb1 применить правило какое-то, xb2 применить и так далее, ко всем из этих b. Итого можно просто посмотреть на эту литеру и все литеры, которые порождаются из нее применением правил вот в этом запросе по ходу построения вывода. Ко всем этим литерам применяются какие-то правила, и в конце все эти литеры исчезают из запроса после применения этих правил. Вот. Получается некоторая схема применения правил к литерам этого запроса, которая позволяет удалить А из этого запроса. Так давайте применим эту схему сначала один раз для того, чтобы удалить А, а потом еще раз для того, чтобы еще раз удалить А из запроса. И получается такое удваивание вывода, которое формально приводит нас к тому, что склейки нет и применяется только резолюция, причем применяется так, как разрешено применять при построении входного резолютивного вывода. Вот. И в конечном итоге вместо того, чтобы склеивать А, можно просто двукратно поприменять правило для того, чтобы это А вычеркнуть сначала один раз, потом другой раз, и заменить эту склейку на тот фрагмент вывода, который допускается в входном резолютивном выводе. Вот. И после того, как эта проблема решена, что получается? Что у нас нет ничего такого, что не используется далее в выводе. У нас нет резольвент двух правил. У нас нет склеек вообще, и это означает, что все, что можно рисовать, и у нас первый дизъюнкт — это вот как раз он. И это означает, что все, что можно рисовать, это исходный дизъюнкт запрос, потом вариант правила, здесь переменных нет, поэтому само правило, потом резольвенты этих двух дизъюнктов, потом снова правило, снова резольвенты, снова правило, так пока не получится квадратик. Это и есть входной резолютивный вывод. Вот такая страшная лемма. Настолько же страшная, как и лемма об основных дизъюнктах, только еще страшнее. И если тут вы хоть что-то поняли, к сожалению, я ничего не могу с этим поделать. Попробуйте поразмыслить над этой леммой еще раз, потом на досуге. То есть что здесь делалось? Вот четыре таких особенности, которые произвольному выводу не дают быть входным резолютивным выводом, и постепенно преобразуется этот вывод так, чтобы этих особенностей в нем не было. Вот, то есть устраняются склейки, устраняются плохие резольвенты, устраняются фиктивные части построения этого вывода с тем, чтобы все, что осталось в итоге после решения всех этих проблем с первого по четвертому, оно просто обязано было бы быть входным резолютивным выводом, тем, чем мы хотим. То есть берем произвольный и просто показываем, как его перестроить во входной. Вот, оказывается, что можно, любой. Ну, я, чтобы не терять слишком уж много времени на это, все-таки пойду дальше. Теперь представим себе, что вы поняли эту лемму. Вот. Тогда следующий кусочек — это как по этому выводу. То есть, да, и напоминаю, что зачем все это делал? Затем, чтобы сказать, что входной резолютивный вывод квадратика — это то же самое, что и СЛД-резолютивное вычисление. И теперь следующий этап, лемма о подъеме вычисления. Покажем, как по этому СЛД-резолютивному вычислению построить аналогичное вычисление для исходной программы, заодно по необходимости, если это надо, подняв запрос. То есть по необходимости переходим от запроса, в котором нет никаких переменных, к какому-то еще, в котором переменные уже есть, и из которого можно получить этот применением какой-нибудь подстановки. Вот, более точно вот так это звучит. Берем какую-то программу, берем какой-то ответ, то есть какую-то подстановку, у которой область — это переменные запроса. Берем какой-то запрос и выбираем все это так, чтобы запрос, к которому применена эта подстановка, ответ, в нем не было переменных. И утверждается следующее. Если для этого запроса мы можем построить успешное СЛД-резолютивное вычисление, то тогда для исходной программы, для вот этой вот основной программы, если мы можем построить успешное СЛД-резолютивное вычисление для основного запроса, то для исходной программы поднятой и исходного запроса поднятого мы тоже можем построить СЛД-резолютивное вычисление. Но с небольшой поправкой. Да? Это значит, что как в лемме о подъеме. Пример — это опускаем. Значит, переход от примера к исходной формуле — это поднимаем. Вот.
Но с небольшой поправкой, что, может быть, мы не сможем поднять вот этот вот пример Q, тета до исходного запроса Q, остановимся где-то посередине. Поэтому здесь говорится, что результат вот этого поднятого вычисления, это может быть не обязательно тета, это может быть некоторое обобщение постановки тета. Вот. Ну и попробуем вспомнить, как звучала лемма о подъеме, как она применялась для обоснования полноты результативного вывода без всяких хорновских программ, вот того самого для дизъюнктов, и переформулировать эту лемму о подъеме и то, как она применялась, вот для этого случая. Берем SLD результативное вычисление для основной программы и основного запроса, вот, и просто покажем, как его вот так вот поднять пошагово, построить по вот этому запросу какой-то Q1, примером которого является этот Q1G, так, чтобы к нему можно было применить правила исходной программы, примером которого является вот это основное правило, получить какой-то новый запрос при этом, который является примером, примером которого является вот этот основной запрос Q2G сверху, с тем, чтобы дальше применить правило, примером которого является R2G сверху, и получить запрос Q3, примером которого является Q3G сверху, и так пока не получим в конце обобщение квадратика. Обобщением квадратика может быть только квадратик, потому что там нет переменных. Вот. И для того, чтобы это сделать, просто вспомним вот ту самую лемму о подъеме для дизъюнктов. Вспомним, что на самом деле SLD-результивные вычисления — это входные результивные выводы для дизъюнктов, то есть это дизъюнкт-запрос, дизъюнкт-правило, дизъюнкт-запрос, дизъюнкт-правило и так далее. Вот. И применим эту лемму о подъеме для этих дизъюнктов. Вот. Итого, что мы имеем? Мы имеем, что сейчас скажу, что вот это вот дизъюнкт, пример, что это основной пример дизъюнкта Q1. Применяем лемму о подъеме, и вот это вот основной пример дизъюнкта R1. И у них есть резольвента Q2G. Применяем лемму о подъеме, получаем то, что можно для вот этого R1, примером которого является R1G, и дизъюнкта Q1 построить в качестве резольвента какой-то дизъюнкт Q2, примером которого является Q2G. То есть если теперь от SLD результативных вычислений перейти к дизъюнктам, то получается та конструкция, к которой как раз и применялась лемма о подъеме для того, чтобы сказать, что вот это Q2, оно действительно вот в такой конфигурации существует, резольвент Q2. Вот. Ну и если посмотреть еще внимательнее, то есть так применяем эту лемму много раз, пока не получим то, что вот постоянно можно получать запросы, примеры, резольвенты, примерами которых является дизъюнкты сверху. Вот. А дальше второй кусочек этого пазла — это сказать, что… Сейчас скажу, где она тут. Что это, это поднятое вычисление, независимо от того, как мы выбирали вот эти вот тета и ку, это вычисление, которое порождено запросом Q. Сейчас. И результат его — это обязательно обобщение вот этой постановки тета. То есть как бы мы ни опускали этот запрос Q до основного, мы получим именно обобщение вот этой постановки. То есть либо саму эту постановку тета, либо какую-то более общую. Такую, что применением композиции справа можно получить из нее вот это вот тета. Вот. И для этого можно просто внимательно посмотреть в лемме о подъеме раскладку всех этих унификаторов, которые там возникают при попытке поднять дизъюнкты от основных, которые снизу, до неосновных, которые сверху. Вот. Да, к сожалению, это очень сложно, я предупреждал. Поэтому, если вы сейчас не поймете, попробуйте дома посмотреть, вот прямо взять лемму о подъеме для дизъюнктов, взять вот эту картиночку и понять, что, а да, действительно, это же вот одно и то же я нарисовал. И я теперь просто объясняю, как связаны вот эти унификаторы друг с другом, с тем, чтобы показать в итоге, что вот этот унификатор тета, это действительно, сейчас, это действительно частный случай вот того унификатора, который получается при композиции той постановки, которая получается при композиции всех унификаторов в поднятом вычислении.
Для этого достаточно просто аккуратненько посмотреть вот в то, как соотносились между собой все те постановки, которые получались при подъеме. Тета — это частный случай, да. То есть нужно, чтобы в этом вычислении результат был обобщением постановки тета. То есть тета, да, частным случаем. Вот. Ну и убедиться, что при подъеме мы действительно каждый раз получаем некоторые обобщения того, относительно чего мы изначально опускали. Я, чтобы не тратить слишком много времени, потому что понимаю, что все равно половина это не запомнит, даже, наверное, почти все это не запомнят, просто отмечаю, что такой факт есть. Посмотрите внимательно вот в эти постановки. Я попытался его очень так лаконично написать, так, чтобы здесь было написано все, что нужно, но предыдущие две попытки это объяснить привели к тому, что поняло три человека где-то из присутствующих, вот, хоть что-то. Поэтому я здесь просто опускаю руки и говорю, ну, просто посмотрите, почитайте дома. Я пойду дальше. Вот. Если вы в это поверили, ну, на самом деле здесь все, что нужно знать, это лемма о подъеме, которая переформулирована в терминах SLD-резольвент. Вот. То тогда все, что осталось сказать, это что действительно любой правильный ответ является частным случаем какого-нибудь вычисленного. И для того, чтобы это показать, нужно теперь аккуратно применить все то, что было сказано ранее. То есть пройтись по вот этой схеме доказательств. Берем какой-то правильный ответ на заданный запрос к заданной программе. Дальше показываем, что есть вычисленный, являющийся обобщением вот этого правильного. Поэтому как раз в прошлой лемме там было обобщение. Вот его как раз будем сейчас искать. Для того, чтобы сказать, что есть такой вычисленный ответ, давайте сделаем так. Сначала хотелось бы применить ту лемму, которая говорит, что если у нас в запросе нет переменных, то можно построить успешное SLD-результивное вычисление. Но у нас в запросе в этом могут быть переменные. И даже после того, как мы применяем правильный ответ к этому запросу, все равно могут быть переменные. Давайте тогда сделаем так. Выберем на места этих переменных какие-нибудь константы и подставим. Получается, ну, приблизительно все то же самое, только вместо z написано c, если чисто текстуально, текстово. А вот если концептуально, то тогда вместо переменной написана константа. Тогда получается запрос, в котором нет ни одной константы. Но этот запрос, он не совсем вот согласно этому ответу полученный, а согласно этому ответу и вот такой подстановке. Вместо всех переменных, которые остались, поставить константы. Вот. Как только мы это применили, вот, получается все равно правильный ответ. Потому что любой частный случай, вернее так, любой пример вот такой вот формулы правильного ответа является тоже, вернее так, любой частный случай правильного ответа является правильным ответом, если так по-простому. То есть если мы применяем подстановку, замыкаем переменные, сейчас, секунду, па-па-па-па-па. То есть QT — это частный случай? Я здесь, кажется, мю забыл написать. А, нет, вот, все, все. Вот, так как это правильный ответ, то тогда это вот следует, а значит, если мы к этому потом еще добавим подстановку, то есть перейдем к частному случаю, к примеру, то это все равно будет следовать. То есть частный случай, пример логического следствия — это тоже логическое следствие. Это понятно, хотя бы это понятно, да? То есть здесь говорится, для любых предметов z1, zk вот это верно, а здесь говорится просто для вот этих предметов c1, ck это верно. Раз для любых верно, значит для этих c1, ck тоже верно. То есть если вот это тета правильный ответ, а это по выбору правильный ответ, то тета, к которому применили вот эту вот подстановку мю, забивающую все переменными константами, тем более правильный ответ. Но после этого получен вот этот запрос, в котором нет ни одной переменной. Переходим теперь от программы P вот к этой вот замкнутой программе, состоящей из всех примеров правил без переменных, по той самой лемме, которую сейчас долго, через которую долго продирались. Из вот, для вот этого вот запроса, в котором нет ни одной переменной, можно построить успешное SLD-результивное вычисление. Вот. По следующей лемме можно это успешное SLD-результивное вычисление поднять, то есть по нему построить SLD-результивное вычисление для программы P и запроса Q, к которому применена подстановка E. Сейчас, секунду. П-п-п. Да, и запроса Q. И результат этого вычисления обязательно будет обобщением вот этой вот подстановки θμ, относительно которой мы опускали запрос Q.
Вот. Что такое является обобщением? Это означает, что вот эта постановка θμ, она получается из результата этого вычисления, той самой композиции подстановок, спроектированной на переменной запроса, при помощи применения какой-то еще постановки справа через композицию. То есть сначала применяем это, а потом какой-то ρ. Так можно сделать, чтобы получить θμ. Да, тут следим за руками, очень много буквок. Тета — это правильный ответ. Мю — это подстановка, которая забивает переменные константами. Это — это результат вычисления для исходного запроса, исходной программы, которая получается по лемме о подъеме. А ро — это подстановка, которая возникает, как только мы говорим, что вот этот результат, он является обобщением подстановки θμ. Вот. Итого получается вот такое соотношение. В нем три известно откуда взявшиеся подстановки, четвертая какая-то, и вот так вот соотносятся друг с другом. А после этого сделаем следующее. Давайте вот в этих всех подстановках, в правых частях связок, все константы заменим на переменные z1, zk. Просто текстово. То есть там было сказано, там, например, x заменить на f от c1. Тогда мы заменяем этот терм f от c1 на f от z1. Что изменится? На самом деле ничего не изменится с точки зрения SLD-результативных вычислений, если так прикинуть. Нет, давайте просто... Ну, как, я могу сказать, давайте вместо f от c напишем f от z. Вот, вопрос только в том, что насколько это будет... То есть что мы из этого можем получить? Я могу вообще сказать, давайте забудем все, что мы здесь написали, и возьмем тождественную подстановку. Только зачем? Вот, зачем мы берем новую постановку, в которой заменяем c1, ck на z1, zk? Затем, чтобы в конечном итоге показать, что можно было не заменять на c1, ck и получить точно так же SLD-результивные вычисления. Вот. Но для этого сначала нужно посмотреть на то, что же получится, если заменить c1, ck на z1, zk в правых частях связок вот везде здесь, в этих четырех подстановках. Вот. Так как эти константы выбирались так, чтобы их не было нигде, то есть чтобы они были искусственно введенными константами, которые в принципе не могли возникнуть по ходу вычислений, если мы их не используем явно, не пишем в самом начале, то тогда, стало быть, вот в этой постановке их тоже не может быть. Потому что эта подстановка, она получается как результат вычисления для программы, в которой нет этих констант, и запросов, в котором нет этих констант. Значит, при унификации эти константы возникнуть в принципе не могут. Вот. При этом, если мы заменим c1, ck на z1, zk вот здесь вот в μ, она просто исчезает. Получается постановка вместо z1 поставить z1, вместо z2 поставить z2 и так далее. Итого, вот после такой замены получается, что здесь ничего нет, а вот здесь ничего не меняется. И в результате вот μ исчезает, это не меняется, и все, что изменилось, оно относится на самом деле только к ρ'. И в θ тоже не было их. И все, что изменилось, относится только к постановке ρ, которая вот как-то поменялась, теперь это ρ'. И получается вот такое соотношение. θ равно это ρ'. А это как раз то, что хотелось получить изначально, что вот эта постановка θ — это частный случай постановки это, которую получили для поднятого вычисления. То есть вот правильный ответ является частным случаем какого-то вычисленного. Вот. Здесь много хитростей применяется, особенно вот с этими константами. Это такой, на самом деле, это типовой логический прием, когда хочется сказать, что переменные нам не важны, давайте представим себе, что они константы, а потом в конце вспомним, что на самом деле они переменные. Это вот иногда так делается в логике. И здесь я вот проиллюстрировал на одном из примеров, где это делается, как это работает. Вот сначала мы заменили на константы, получили какое-то соотношение, а потом сказали, а нет, у нас не константы, у нас переменные. И вот из этого соотношения, которое достоверно получено, получили то, которое нужно нам. Вот. Да, итого, любой правильный является частным случаем вычисленного, и любой вычисленный является правильным. Вот, вот так на самом деле соотносится операционная и декларативная семантики хорновских логических программ. То есть все то, что мы можем вычислить, оно действительно правильное. То есть эта семантика операционная, она корректно построена. Мы не можем вычислить что-то такое, чего не существует.
что неверно с точки зрения декларативной. И с другой стороны, с помощью операционной семантики при желании мы можем вычислить все, но с точностью до применения композиции, до применения подстановок через композицию справа. То есть мы можем вычислить, условно говоря, одну подстановку, а правильных ответов бесконечно много. Но нет, сейчас, секунду. Вот у нас есть программа, есть запрос к ней, они фиксированы. И утверждается, что вот у нас есть, например, 10 ответов, которые мы можем вычислить, строя SLD-резолюции. Утверждается, что все правильные ответы, их может быть сколь угодно много. Это частные случаи вот этих 10. И других, это все частные случаи этих 10, и других не бывает. Вот, то есть любой вычисленный является правильным, любой правильный является частным случаем вычисленным. То есть если вычислили 10, значит, все правильные частные случаи этих 10. И если мы что-то вычислили, то она автоматически входит в число правильных. Ну и, да, к сожалению, пока вы не научитесь программировать, это все очень тяжело будет ложиться. Вот попробуйте, когда пройдут первые семинары, вернуться к этим слайдам и еще раз посмотреть вот на это все, что здесь произошло, когда уже попишите какие-нибудь программы. Вот. Ну а пока что я двигаюсь дальше. Угу. Я осталось 10 минут. Вот. И такое небольшое резюме для этих двух семантик, что вот они есть, декларативные, операционные. Согласно декларативной, все, что мы пишем, это формулы. Программа — это формулы, запросы — это формулы. И правильные ответы — это такие подстановки, которые мы можем применять к запросам, чтобы они логически следовали из программы. Вот. Операционные. У нас программа — это список правил, которые можно применять для того, чтобы пошагово, шаг за шагом, раз за разом строить SLD-резольвенты. И в конце может быть получен, если мы достигнем успеха квадратика, SLD-резолютивно вычислимый ответ, вот, при помощи этих всех шагов. И на самом деле, хотя я и говорил, что операционная семантика, она такая вспомогательная, чисто техническая, потому что нам необходимо рассуждать о том, как пошагово все вычисляет компьютер, но в реальных программах, на семинарах вы это очень хорошо увидите, нужно держать в уме обе этих семантики. Недостаточно одной только декларативной, чтобы правильно написать программу и чтобы хорошо ее написать. Вот. И эту операционную семантику хотелось бы расценивать, иметь способ трактовки этой операционной семантики, способ переосмысления этой операционной семантики такой, чтобы помимо вот этих слов, что это чисто техническая какая-то штука, можно было еще сказать, что же все-таки на самом деле это означает. Что это за SLD-резольвенты такие? Почему они пошагово строятся? Как это все трактовать? Вот. Если вы будете понимать и ту, и другую семантику вместе, то и в теории, и на практике научитесь научитесь писать хорошие программы. А без этого где-то будет сложно. И давайте пройдемся теперь по всем элементикам и посмотрим на них с двух сторон. Декларативный, операционный. И заодно попробуем это сделать так, чтобы операционная сторона обрела какой-то смысл, чтобы не просто вот запрос по цели резольвента, что-то там унифицировали, и что-то непонятное произошло, но у нас новый запрос, давайте теперь для него что-нибудь сделаем. Вот. Что такое запрос? С точки зрения декларативной семантики, это просто вот такой вот вопрос. Для каких значений переменных, которые в этом запросе вообще в принципе встречаются, это следует из программы. То есть если все, что написано в программе, верно, то когда это верно? То, что здесь под вопросом. Причем все вместе для всех значений, для каких значений переменных, это верно. С точки зрения операционной семантики, можете расценивать это так, если хотите, чтобы она для вас обрела какой-нибудь смысл. Можете расценивать это как список задач. Я это уже упоминал, теперь более подробно это обсуждаю, более явно тыкаю в этом носом. Можете расценивать этот список атомов как список задач, которые требуется решить. Например, LMXL, как в примере где-то там, пару блоков слайдов раньше, это можно расценивать как задачу. Вычисли мне тот x, который является элементом списка L. Или более частная задача, если там не переменная, а конкретная константа. Проверь, является ли этот элемент, является ли вот эта штука элементом списка L. То есть это уже не какие-то там утверждения, это именно указание к тому, что мы хотим, чтобы было сделано. Мы хотим, чтобы была сделана эта проверка. Мы хотим, чтобы это было вычислено. Вот.
При этом каждый факт с точки зрения декларативной семантики — это просто утверждение о том, что что-то верно для всех значений переменных, если там есть переменные. С точки зрения операционной семантики, если начать смотреть вот на эти C1, CK как на задачи, которые мы хотим, чтобы были решены, то вот это вот, это некоторая база решения задач. То, во что все утыкается. Здесь просто сказано, задача А решается. Решается тривиально, очевидно, больше ничего делать не надо. Ставь точку. Вот. И при этом, когда происходит унификация, согласно построению средорезультативного вычисления, получается квадратик, ну или просто вычеркивается это из запроса, на самом деле вот этот унификатор — это просто значение переменных, для которых эта задача решена. То есть интерпретатор логических программ, он просто шаг за шагом нам говорит, я эту задачу могу решить вот для этих переменных. А потом у меня список новых каких-то задач, и вот эту задачу я могу решить вот для этих значений переменных. И так раз за разом, и можно последовательно смотреть, для каких значений переменных, то есть для каких промежуточных ответов этот список задач у нас решается, в каком порядке эти задачи уточняются, сводятся к более простым. Более сложное правило, то, у которого есть непустое тело, с точки зрения декларативной семантики это просто импликация, то есть утверждение о том, что если верны B1, BK, то тогда верно А. А если мы теперь на это все смотрим как на список задач, то вот это указание того, какую задачу мы можем решить, а справа указание интерпретатору, как мы ее можем решить. Как свести эту сложную задачу к списку более простых задач. Ну или просто к списку каких-то других задач, которые, может быть, более простые, может быть, не более простые. Но при этом построено все так, это вот как раз паттерн матчинг, разбор по шаблону, что при переходе вот к этим более простым задачам может возникнуть необходимость перейти к частному случаю. Вот. И вот этот частный случай, для которого удалось решить эти задачи B1, BK, это как раз и есть то, что записывается в унификатор. Вот. И программа в целом — это набор правил и фактов. И это, согласно декларативной семантике, просто наша база знаний. То, что мы считаем истинно, заведомо верным. То есть то, от истинности чего мы отталкиваемся при построении всех умозаключений. Если же мы теперь на все вот эти вот атомы смотрим как на задачи, которые требуется решить, и указания, как их можно решить, то это просто список всех способов решения имеющихся задач. То есть, например, вспоминаем тот пример про LM, там было два правила, и это на самом деле два способа, как можно проверить, что что-то является элементом какого-то списка. Можно убедиться, что это в голове, и можно проверить, что это в хвосте. Вот и все. И вот как бы операционная семантика, она дает некоторое понимание того, что это действительно просто два указания, как мы можем проверить на принадлежность, или как мы можем вычислить этот элемент. Мы можем вычислить его как голову или как элемент хвоста. Вот. И как только вы на это посмотрели, вот с такой стороны, все мы, в общем, как только посмотрено на это с такой стороны здесь в слайдах, вот, тут же возникает некоторый список вопросов, некоторый перечень вопросов, которые приводят к тому, что есть некоторые расхождения в том, как программы понимаются с точки зрения операционной семантики и с точки зрения декларативной семантики. В частности, вот основное расхождение, которое заставит сейчас меня рассказывать еще что-то вам по поводу соответствия этих двух семантик и того, как выглядит операционная на самом деле, вот, это несоответствие, связанное с порядком записи всего, что у нас возникает. С точки зрения формул порядок совершенно не важен. То есть с точки зрения декларативной семантики этого порядка нет. Программа — это если мы пишем несколько атомов подряд, то их можно переставлять местами. Есть свойства коммутативности, конъюнкции, дизъюнкции. Смысл от этого не меняется. Программа — это просто множество. Множество формул, соответствующих правилам. И в множестве тоже нет порядка. То есть с точки зрения декларативной семантики порядок можно менять как только хотим. Но с точки зрения операционной семантики, что у вас есть список задач и указания, как эти задачи решать, порядок может быть невероятно важен. Вот. Вернее так, для начала просто скажу, что непонятно важен ли порядок, а потом уже перейду постепенно на следующей неделе к тому, что порядок оказывается невероятно важен. И это большое расхождение между декларативной и операционной семантиками, из-за чего вам
недостаточно будет придерживаться только одной, а нужно будет знать обе. Нужно не просто написать программу так, чтобы она выглядела красиво, как система формул, нужно, чтобы она и на компьютере тоже вычислялась. Из-за того, что результаты вычислений все-таки зависят от порядка того, какие задачи и как мы решаем, из-за этого нужно будет внимательно за этим порядком следить. И то, и другое. И то, насколько быстро это будет считаться, и то, получим ли мы в принципе какой-нибудь ответ. Вот. В частности, вот, от порядка выбора правил, то есть способов решения подзадач, естественно, зависит. Потому что если какой-то способ, если до какого-то способа, который нам дает какой-то содержательный ответ, мы просто не дойдем в процессе вычисления, ну, если по-простому зациклимся раньше, то тогда мы никаких ответов не получим вообще. Вот. Поэтому очевидно, что способы решения подзадач, порядок их выбора, он очень важен. Тут вопрос такой, насколько я понял, для того, чтобы получить все ответы, мы должны пройти по всем возможным. Угу. То есть проблема только если… Как перебирать эти вычисления? В каком-то выводе происходит вот этот цикл. Угу. Да, то есть как перебрать все выводы, и нужно ли перебирать все выводы, чтобы при этом не зацикливаться. Вот. Ну, все успешные выводы. Ну и второй вопрос смежный. То есть вот этот относится к порядку выбора, к порядку записи правил и выбора правил в программе. И парный к нему вопрос, а если мы будем по-разному выбирать по цели, к которым применяется это правило, а это влияет? Вот на первый вопрос ответ очевидно, что влияет. Потому что есть хорошие способы решения задач, есть плохие. Я могу просто сказать, один из способов решения этой задачи — зациклись. Вот, и все, и как бы мы зациклились, что ничего с этим не поделать. А вот с выбором по цели все сложнее, потому что конечное число по целей, и если мы хотим какой-то ответ, значит, каждую по цель, каждую задачу, отвечающую по цели, мы должны уметь решать. А важно ли, в каком порядке мы их решаем? И это уже не так очевидно, и обо всем этом будет рассказ идти на следующей неделе, когда будут еще несколько страшных теорем, готовьтесь к этому. И потом то, как на самом деле выглядит операционная семантика. Это будет постепенно здесь появляться. И первый кусочек операционной семантики, который в реальности, в интерпретаторах программ на компьютере, он появится очень быстро, за 9 слайдов на следующей неделе. А потом и остальные кусочки тоже очень быстро появятся, с тем, чтобы вы увидели во всей красе, что такое операционная семантика, а не только, как я сейчас рассказывал. На этом все. Всем спасибо, все свободны. Надеюсь, я не испугал вас, и вы придете в следующий раз.